Культура для высокого возраста. На Ринмаре начал работу факультет религии и культуры. Он открыт при Общественном университете пожилых людей Ненецкого округа по инициативе Окружного союза пенсионеров и Наринмарской и Мезенской епархии. На первом занятии побывала наша съемочная группа. Как начинать трапезу, почему женщине не стоит стричь волосы и для чего голову необходимо покрывать платком. Этим и другим вопросам духовности посвятили первое занятие на факультете религии и культуры. У нас с вами работает факультет здоровья, правовых знаний, литературы, английского языка, компьютерной грамотности. Но сегодня у нас будет факультет ни на что не похожий, ни на какой факультет. У нас сегодня будет большой разговор идти о духовности. Занятия на факультете ведет владыка Наринмарской и Мезенской епархии Иаков. На каждой встрече богослов будет открывать слушателям мир православия. На первое занятие пришли только женщины. Владыка отметил, это к лучшему. Женщины более чутки к вере и Богу. Они способны сохранять и распространять полученные знания. Поэтому на них возлагается особая миссия. Старшее поколение наших жителей, оно испытало гораздо большие трудности, тяготы и опасности, не побоюсь этого слова, потому что десятилетие тотальной атеистической пропаганды, когда человек верующий не мог принести должную пользу государству, было тем временем, когда люди жили, когда они формировались. Занятия будут проходить раз в месяц в форме бесед за чашкой чая. Также владыка пригласил слушателей в Богоявленский храм на церковные службы. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, телеканал 7.